общем, видео для тех, у кого лобовое стекло полностью замораживается снаружи в зимнее время. Вот, и с утра, когда вы приходите ее завести, очень долго отогреваете это стекло. Для того, чтобы оно не замораживалось, нужно просто после того, как вы приехали домой там или куда, просто открыть дверь, и я охладился, чтобы салон. После этого с утра лобовое стекло не будет замораживаться. Вот. И в принципе снег просто можно будет смести или просто дворниками его сошкребсти, и все. Вот. Вот так вот у меня лобовуху занесло снегом. Вот так вот боковые стекла. Вообще полностью машина заметена. Снегопад был. Вот. Вот сейчас очищаю. Тут никакого льда вообще нету. Чистое стекло. Просто берем и дворники все счищают. Льда нету никакого. Единственное, что у меня дворники уже старенькие. Вот, поэтому резинки подстерлись на них. Нужно менять. И еще, конечно, не забываем дворники. Просто вот сейчас покажу. Тоже, когда выходите, чтобы они их не примораживало к лобовухе. Вот, сейчас покажу. Берем просто их и отставляем все. Вот так, сейчас. Гладкое стекло без всякого льда. Это не лед, это снег. Вот боковые тоже не замерзли. Полностью чистое стекло без льда.